Всем привет! В этом видео я покажу, где можно будет получить все сундуки и также другие ценности, которые находятся в локации резиденции утренней Нарасы. На Пинаконе, разумеется. Здесь у нас два этажа присутствуют, да? Помимо двух этажей есть комнаты 3D-комнаты, я их называю. И плюс, не забываем про вот эту локацию, она также входит в эту зону. Это у нас получается стол, помните, да? Здесь тоже очень огромное количество сундуков. Давайте начнем все-таки с основной локации. И сейчас я нахожусь внизу, рядом с этим телепортом. Давайте, ладно, давайте вот эту часть зачистим. Зачистим потом вот здесь все. И после этого мы спустимся на первый этаж и будем зачищать вот эту территорию. Поехали. Так, здесь у нас недалеко от телепорта первый обычный сундук находится. Больше ничего здесь ценного нет. Поехали дальше в следующую комнату. Еще один обычный сундук. Далее мы пойдем в 3D-комнату, которая находится вот здесь вот. Так. Слушайте, а по-моему в этой локации еще одна птица присутствует, да? Я так подумал. Да, смотрите. Ладно, в отдельном видео попытаемся найти их всех. А сейчас начинается самое безумное и самое, возможно, интересное для кого-то. В этой локации находится 3 сундука. Один обычный здесь. И теперь нам надо... Ну, давайте начнем, наверное, с этой части. Так. О, не-не-не, погоди. Погоди. Я просто заберу и уйду. Стоять, не двигаться. А-ха-ха. Ох ты ж, они ж бьют издалека, ребят. Ну ладно, 2 сундука мы уже получили. Уже приятно. Этот тип пока нас не видит, походу, да? Давайте... Опа, ничего я не могу пройти. Вот так вот мы сделаем. Нам надо найти 3-й сундук. Он явно где-то есть, я чувствую это. Так, ну здесь тупик. Здесь тупик. А, в принципе, нам больше некуда отсюда идти. Остается... Ух ты... Годите. А, я понял. Все, не-не-не-не-не. Это птица, это птица. Сюда пока что мы не заходим, ничего не трогаем. Давайте возвращаться тем же путем. 2 сундука у нас есть. Вроде бы здесь территория довольно простая, я смотрю. Нам надо будет на эту сторону перейти. Скорее всего, последний находится именно там. Так, я вижу. Я теперь понял, что это за сундук. А, так, из всего, что я вижу, ребят, здесь никак нельзя на другие стены перейти. Получается, последний, 3-й сундук охраняет это существо. Я не знаю, какие стихии использовать. Ладно, давайте посмотрим, может быть, этого будет достаточно. Так, ослабление. Ох, е. Так, что еще можем? Еще одно ослабление закинуть. И, наверное, с Блейдом. А, да, смотрите, к ветру уязвимость есть. По крайней мере, как минимум. Ой, мнимый урон нужно было ставить. Ну ладно, мы попытаемся пройти. Если нет... Что? Они могут превращаться в кого угодно? Я все-таки, думаю, что мы сможем справиться. По идее, да? А, там проблема в том, что пока мы не пробьем его, смотрите, у него хп не уменьшается. Надо было реально ставить кого-то другого. Ну, огромное количество мнимого урона получается. Хотя, смотрите, генерал, возможно, сможет реально все это порешать, как говорится, со своей бонус-атакой. Да-да-да, работает. Нормально. Я хотел уже, на самом деле, выходить и менять пачку, но я думаю, с трудом, но по идее должны. Я думал, у него к ветру будет урон. Нет, смотрите. К сожалению, все атаки просто бессмысленные, пока мы его не пробьем. Понятно, если сейчас кто-нибудь упадет, я тут точно придется менять пачку. О, ну, генерал, генерал! Ё-моё, генерал, пожалуйста. Я его пока нет поставил перед тем, как чистить эту территорию. Я думаю, давайте-ка поставим хотя бы электроперсонажа. Возможно, большинство... мобов будут как раз уязвимы к этому элементу. И я действительно был прав, смотрите. Теперь, после того, как мы пробили... Ух ты, там какое-то даже мне достижение дали. А мы его никак не заморозим, да, скорее всего? Пожалуйста. На, теперь.
Да, ну в принципе такой пачкой даже мы можем одолеть. Пол КП минус. О, да. Генерал, друг мой, на тебя вся надежда. Ну смотрите, пол КП нет. Ну мы опять перешли на ту стадию, когда перед тем, как нанести ему урон, нам потребуется полностью его пробить. Вы посмотрите, насколько он силен. Его атаки довольно серьезные, кстати. Я не могу посмотреть, не видно, наносим мы обычный урон ему или нет. Эта шкала, по-моему, совершенно не меняется. Жесткий тип, надеюсь, все-таки генерал не упадет. Если упадет, то все, я ухожу. Ставка только на одном генерала, ребят. Так, ульта есть. Ну давайте, пробитие. Пробитие, и мы, скорее всего, победили его. Нет, пробитие совершенно. Ладно, но в любом случае, эту локацию мы завершили. Мы потом перейдем уже непосредственно в высшее. Будем чистить другие территории. Живи, живи, живи. Не, ну, по-моему, пробитие есть какое-то. Оно незначительное, да, но есть. Ой, только не генерал, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не! Смотрите, смотрите, что происходит. Вы видели? Если Пупо все-таки сможет ли вылечить, то бывай. Нет, ну как так-то? Тебе надо было ульту оставить. На потом. Дина просто бешеный какой-то. И знаете, сейчас окажется, что под конец... Ну наладить! Давай! Полное безумие, честно. Так, бонус-атака от генерала должна разрешать. Есть! О, какое же безумие, я прям на грани был. Так, ну замечательно, мы молодцы, потому что мы забираем великолепный этот сундук. Забираем последний сундук в этой комнате, и давайте переходить назад. Точнее, возвращаться. Так... Да, давайте с этого телепорта опять. Так будет намного быстрее. Опа. Так, первый сундук. Мы сейчас находимся в комнате, в центральной комнате. Здесь есть у нас два сундука, ребят. Я не помню, один... С той стороны, скорее всего, мне придется обойти как-нибудь, да? Ох, они сейчас нападут. Нет же. Опа, мусорка. Так, ну давайте, ладно, с мусорки начнем, если мы ее нашли. Королевский баг, поехали. Манеры у молодежи семьи с каждым годом все хуже. Эй, стажер, как надлежащим образом указать гостям дорогу? Сложить пальцы и указать направление открытой ладони, я здесь не работаю, просто отвести вот туда. Как грубо, правильно будет собрать 4 пальца вместе и указать открытой ладонью. Какая некомпетентность, бежим. Он разозлился. Как не вовремя. Сейчас он успокоится, подождите, надо отойти подальше. Все. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем правильный ответ на первый вопрос. Так, сложить пальцы. Все верно. 4 пальца сложены вместе, направление гостя указываем обращенной сверх ладонью. Похоже, хоть кому-то этику учили. Итак, теперь почетный гость семьи поднимает тост в честь присутствующих. Тебя тоже не обходит вниманием. Как поступишь в такой ситуации? Рвану к столу и буду есть, пока не лопну. Нет, вежливо. Подожду, пока гость коснется моего бокала. Да, все верно. Почетному гостю следует выказывать уважение. Из тебя еще может выйти толк. Вот бы все молодые люди знали правила этикета так же хорошо, как и ты. Ну, я не знаю. Ладно, это первый этаж, на самом деле. Я хотел сначала второй зачистить. Давайте вернемся туда. У нас тут есть кое-что интересное, ну это безусловно. Так, это тот сундук, который мы должны получить, да? Мозаика? Ну, мозаика, где не надо бегать и собирать, отлично. Так, здесь должен быть наш сундук. Так, так.
Вот он. Это обычный? А, нет, смотрите, неплохо. Это замечательно, конечно. Ну, а теперь нам надо будет в противоположную сторону добежать. Надеюсь, никого не заденем. Там лестницы нет, прятаться негде. А, нет, лестницы есть. Беру свои слова обратно. Там ходики находятся, которые я хотел использовать. Этот тип, по-моему, не обращает на нас внимания. Там, кстати, книжка лежала на полках. Так, тик-так. Что ты знаешь о бабочке? Тайна, управляющей миром грез. Граница грез, скрытая глубоко под миром грез. О тайных, жертвенных ритуалах семьи. Они тебя обманули, дорогая гостья. Подойди и услышь правду. Я покажу тебе, как порочен теневой мир Пинакония. Так, ладно, давайте загадку отгадаем. О, идеально, смотрите. Вопрос теперь. А, понятно. Так, так. Ну, отлично, решение найдено. Это было проще. Простого. Пробудить. Так, отлично. А, что касается второго этажа, на данный момент мы здесь, в центральной комнате, все зачистили. Я предлагаю тогда пока что у нас есть возможность зачистить либо, ну, да либо давайте просто 3D-комнату, которая находится здесь. Нам надо будет опять пробежать и забежать в дверь, которая там находится, да? А, нет, не это, а следующая. Так, ребят, извините, у меня другие планы. Только не бей, пожалуйста, дверь открывайся. Ох, это было близко. Это было близко. Так, здесь нам надо будет найти 3 сундука. Один есть, я вижу. Так, мозаика, ребят. Возможно, нам мозаика потребуется. Давайте ее сразу разгадаем. Если нет, то, скорее всего, нам придется эти части искать. О, я тут бегал по сюжетке, походу. Да, вот смотрите. Не знаю, зачем... Улетело все-таки, а? Улетело! Ладно, у нас есть 3 пути. Надо будет аккуратно, ребят, пока они спят, не видят ничего. Давайте пробежим дальше. Нет, этот уже активный стал, а? Опа! То есть мы пробежали, по сути, круг сделали, да? Смешно, смешно, я тебя понял. Так, погодите. А, вот она, часть. Нам только одну найти надо, да? А, нет, там еще вторая. А, нет, смотрите, одна только. Ладно, давайте. А, там сундук, я не заметил. Но это второй сундук, кстати. Теперь нажимаем на кнопку, да? И остается последний путь. Скорее всего, последний сундук находится где-то там. А, я его вижу, отлично. Так, спокойно. Бежим, ребят. Никого не задеть бы. Отлично. Да ладно тебе. Вы видите, что здесь находится? К чему бы это? Я не помню. Возможно, в сюжетке это было. Я, честно, не помню. Но, надеюсь, нам не потребуется. Мы оттуда пришли, да? Мы оттуда пришли. Сундук-то находится с этой... А, подождите, а это что по-вашему? Погодите, а откуда... Что? Я не видел. Я думал, здесь всего 3 сундука, а на самом деле... Ладно. Это мы заберем. А что нам здесь требуется? Там, по-моему, нет никакого прохода. Ладно, тогда мы делаем следующим образом. Я на всякий случай попробую посмотреть, что будет, если мы превратимся. Иногда что-то ценное появляется здесь. Понял тебя. Ну-ка. Куда ты меня отведешь? Да ладно тебе.
Ребят, это немножко не то, что я хотел видеть, но это что-то странное. Что они там делают? Сейчас они, если они втроем встанут, нормально будет? Да ладно, один дома, вы видали? Что? Я хочу эту штуку сломать, там скорее всего что-то есть. Так, этот ходит, ни в коем случае нельзя этого делать. Вообще, на самом деле, я думаю, что, смотрите. Ну да ладно тебе. Эй! Иди сюда. Мы минус ракеты сделал. О, это идеально, это идеально. Давай, 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 давай. Да куда ты стрелишь? Короче, ребят. Так, сундук мы нашли. Только это не тот сундук. Тихо, 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 тихо. У меня последний выстрел остался. Я знаю, как поступить. Сейчас все будет. Слушайте, а в этой локации показалось больше сундуков, чем я думал. Это помимо того, что мы один сундук не смогли взять. Он там, он охраняется. Мы сейчас к нему, конечно же, вернемся. Единственное, что я хочу сделать еще один великолепный выстрел. Но здесь видите, как хитро, да? То есть они должны совпасть. Хотя, в принципе, что я мучаюсь, а? Давайте просто добьем, да и все. Такой там момент был классный. Мы и так их сейчас всех уничтожим. А, еще один сундук. Да откуда здесь их столько? Братец Хана, молодец. А я бы на самом деле мог бы пробежать это место. И не увидите это все великолепие. Вы получаете награбленные сокровища босса камня и сборник рассказов приключений Хана, выпущенный ограниченным тиражом. А это означает, что мы действительно здесь все выполнили. Возвращаемся. О, а ну-ка. А ну-ка. У меня же ракетница-то остается. А это что значит? А, нет, я думал, столы можно ломать. Так, в этой комнате остается последний сундук, который будет охраняться. Давайте попробуем его забрать. А, ну, понятно. Две волны, да, у нас тут будет. Так, телек, это неплохо. Это, в принципе, тоже сойдет. Так. Не торопитесь. Давайте посмотрим, какие у нас... Вы будете постоянно ходить, я не понимаю. Называется... А, ну, у него, смотрите, у них есть приу, да? Приу есть, электро есть. Так, Лейдер разозлили, я смотрю. Нормально поступило. Эх, телек жив остался. Я тебя понял. Ну, в принципе, тут не такие сильные соперники. Так, это не... Главное, чтобы часы не появились. Я вот что переживаю. Они превращаются вообще во всех, кого угодно. Вы посмотрите. Это интересно. Ой, отлично, отлично, молодец. С моими дополнительными атаками. Но вот эта штука, кстати, будет лечить, да? Сейчас будут все ходить подряд. Нет. Так, ну, в принципе, у нас 6500 у Блейда хпшки, да? По идее, он выдержит. Все хорошо будет.陛下に慈悲なし。聖はなした。避難早々。泣いてよ、ここへ。
И ультой завершаем, наконец-то. Так, эту комнату мы зачистили. Это хорошо. Я предлагаю тогда забрать этот сундук и отправляться еще в одну 3D-комнату. Здесь больше нет сундуков. Мы зачистим полностью все. Так, предлагаю сразу, наверное, сюда идти. Я точно не помню, где мы окажемся. Но выходить из этой 3D-комнаты, это, по-моему, головная боль. Да, я понял тебя, короче. Пока что мы это все оставим здесь. Это является первым этажом. Мы только одну мусорку зачистили. Я хочу все-таки последнюю комнату на втором этаже зачистить. Вон она. Погодите. А как туда дойти? А, я тебя понимаю. Подождите, я что-то запутался. Так, комнату нельзя, по-моему, ее отпереть, да? Так, ладно, давайте пока тогда первый этаж. Первый этаж. Значит, все меняется. Смотрите, проблема в том, что вот здесь есть локация. Это 3D-комната, но пока я не знаю, как туда попасть. Возможно, вот здесь проход есть какой-то. И там дверь, по идее. Ну, не может быть. Ну, ладно, давайте побегаем, посмотрим. Может, я что-то упустил. А, по идее, это вот эта дверь, да? А, смотреть. Недоступна в текущем состоянии? Что это значит? Вопрос. Ладно, вернемся к этому. Тогда спускаемся на первый этаж, ребят. Так, мусорка была у нас здесь. Соответственно, вот он, первый этаж весь. Здесь у нас находится... Вернемся назад, подождите. Сундук должен был быть. Да, смотрите, сундук. Отлично. Мусорка, сундук. И я предлагаю тогда сразу сюда пойти, потому что там есть еще один сундук. Надо его забрать. Ой, я смотрю на карту, там не страшно становится. Заберем же, да? А, я помню эту локацию по сюжетке, да-да-да. Ух ты. Удалось сбежать. Далее нам надо будет подняться. Перед тем, как мы, конечно, к этому столу перейдем, давайте сюда заберемся. Последний сундук тоже находится на первом этаже. Именно в этой комнате. Так, вот он, да. Замечательно. Теперь у нас два вопроса. Это, конечно же, комната, которая находится на втором этаже. И как туда попасть, сейчас узнаем. И последняя локация. Это вот этот большой гигантский стол. К сожалению, пока мне не удается... получить доступ к вот этой комнате на втором этаже. Возможно, какое-то задание потребуется пройти для того, чтобы туда открылся проход. Обязательно в этом видео в конце я покажу и расскажу, как можно это сделать. Ну а сейчас давайте все-таки продолжим собирать сундуки вот с этой модели. Огромная диорама, да, с этой стороны где-то можно было войти. Вот она, войти в диораму, поехали. Потому что это считается, как я понимаю, той же локацией. Отдельная территория с огромным количеством сундуков, естественно. Так, смотрите, вот он. Давайте начнем с ТПшки. Активируем ее. Да, она считается как 3D-комната, смотрите. Да, отдельная 3D-комната. Ну, в кавычках, естественно. Так, ну что, давайте начнем. Начнем, наверное, вот с этой части этого великолепного мини-города. Здесь у нас... Ух ты, ребята стоят тоже, смотрите. Так, сундук взяли и убегаем. Просто убегаем, ребят. Не хочу сражаться. И тут мне, возможно, придется это сделать, чтобы к ходикам подойти. Или нет? А ну-ка, подальше отойдем. Да, ребят, по-моему... Тихо-тихо, не напрягайтесь. Ходики здесь у нас есть. Я не буду читать диалоги, давайте сразу туда приступим. А, только так и так, что ли? А, вот оно как. А, я понял, вот таким методом, да? Ну, по идее, вот здесь что-то должно быть. А, вот оно, есть. Так, неплохо. Отлично, отлично. Есть. Так, дальше продолжаем. Здесь у нас слева должен быть еще один сундук. Скорее всего, обычный, да? Обычный сундук.
Так, здесь рядом с телепортом вижу, ребят, еще кое-что интересное. Там человек лежит. Ладно, ничего страшного. Теперь нам потребуется вот сюда зайти. А, там сундук, да, еще? Вот, отлично, обычный сундук есть. И я так и знал, что он тут спрятан. Так, отлично. Я вот этого, конечно, совсем не понимаю. И это не баг, скорее всего. И, как я понимаю, это задумка такая специфическая. Ладно, заберем сундук еще один. Так, здесь у нас мусорка, ребят, смотрите. Это второй баг в этой локации. Разве можно управлять миром грез вместе с такими... тупицами. В такой ситуации мне не остается ничего другого, как взять обязанности семьи на себя. Проведем мысленный эксперимент. Представь, что кто-то на улице портит общественное имущество. Что ты сделаешь? Нах, я проведу беседу? Нет, надо поколотить как следует. А бить, пока не выбьешь саму мысль о рецидиве. Так, короче, ребят. Они в любом случае всегда нам теперь начали подсказывать правильный ответ. А раньше такого, кстати, не было. Давайте подальше отойдем. Все, он угомонился. Короче, он, видимо, заточен на агрессию. Скорее всего, второй вопрос будет тоже связан с этим. Возьму биту и поручу. Отлично, мне по душе такой бескомпромиссный подход к преступлениям. За проступки нужно сурово наказывать. Поучениями тут не отделаешься. Вижу, что ты того же мнения. Итак, что ты сделаешь, если искатель грез случайно испортит фестиваль гармонии? Буду бить, пока не выбью саму мысль о рецидиве. Ну, это, видимо, правильный ответ. Именно, за нечаянно бьют отчаянно, никто не будет слушаться, если не наказывать как следует. Ну теперь ты знаешь, как вырвать всякое зло с корнем. Семья заигралась со своими мягкими методами. Только через пот и слезы урока навсегда врежется в память. Хорошо, что на Пинаконе остались такие, как ты. Жесть, этот тип, конечно, меня пугает. Ладно, давайте двигаться дальше. Заберем, конечно, здесь все, что у нас есть. Это... Опа. Угу. Я тебя понял. Вот это пока что... Ну, хотя... Не знаю. Ну, давайте, ладно, заберем. Мозаик. Бегать, опять же, искать не потребуется. Это прекрасно. Поэтому мы делаем вот так. Так. Замечательно. Так, и еще один сундук. Так, теперь вопрос, как подняться на второй этаж. Меня это немножко смущает. По-моему, тут... вспомнил, вот эта штука должна работать. Все, отлично, давайте. Здесь, на первом этаже этой территории уже все зачищено. Нам остается только выбраться, забраться, точнее, на второй. Поехали. Так. Та-дам! Ох ты, с другой стороны придется обойти. О, свинья! Ребят, не ожидал, честное слово. Вообще никак не мог на это рассчитывать. Так, ну эти ребята хоть бы слабенькие, да? Главное, не, я буду в ручном режиме бить, ребят. Я не знаю, какое, какая стихия потребуется для свиньи, но... Так, у нас все очень плохо! Что я делаю-то? А, ну ладно. Без разницы, поехали. Я не добью ее, эу! Ну, по свинье давай. Я не знаю, но пробития нет, к сожалению, не те ребята у меня в команде. Ой, не те. Если я смогу ее заморозить, в принципе, шансы появляются. Нет! Опа, что это было, не понял. Но эпично. Так, теперь смотрите. Давайте с ульты начнем, по идее шансы есть. Она сейчас убежит, если мы не сможем ее пробить или добить. О! Этого хватило вполне. Замечательно. Киреаджи на учитаю.
Есть, я вижу. Так, давайте открыть. Я хотел эту дверь давно открыть, поехали. И нам потребуется спуститься вниз теперь. Точнее, не вниз, а попасть вот сюда. Так, поехали. И это было просто. Так, смотрите, один есть. Не-не-не-не-не. Нет! Нет, нет, он был тупик. Эти стулья! Ну ты знал-то? Ладно, я тебя понял. Так, теперь давайте по-тихому, аккуратно смотрите. Мозаика, пока кто-нибудь на нас опять не нарвался. Есть. Остается у нас, ребят, последняя. Последняя часть. Это вот это. Но я без понятия, как туда дойти. Если вы заметили, там как раз нас будет ожидать кто-то серьезный. Так, погодите, смотрите. О, я вижу, я понял, я знаю. Секретка. Вижу, ребят. Так, очистить полностью сброс. Это не так просто, да? Так, погодите. Включить. Нет, подожди. Мне же сюда надо как-то попасть, нет? Да эта штука не двигается. Так, погодите, ладно, допустим. Ладно, давайте начнем с этого, может быть, места. Я на самом деле не понял, как это работает. Нам надо попасть сюда. Так, сброс. Включить. Ну, ладно, короче. Я понял тебя. Так, спокойно, не торопиться. Не торопиться. Повернуть. Включить. Вот. И теперь мы попадаем в нужную локацию. Там кто-то будет нас ожидать. Опять он. Я забыл, что там нужно было делать. У него квант, по-моему, стоит. Электро и мнимый, да, если не ошибаюсь. Давайте менять команду, потому что сражаться с ним таким составом, скорее всего, не получится. Ох, я бы на самом деле его сюда поставил бы. Но он у меня еще не докачан. Ну, к сожалению, не могу пока использовать. Ладно, у нас есть доктор Ацию и Вельд. Где у нас Вельд? Вельд уже поставили, а к доктор Ацию. Доктор? Я вас потерял, доктор. Вот вы. Отлично, таким составом давайте пройдем. Единственное, что знаете, что я хочу сделать? Потому что Вельд, скорее всего, просто уйдет в никуда, если от одной атаки этого динозавра. Где-то у нас был этот, хпшки, да? Хп. Колбаса, например. Работает колбаса? Да, поешь колбасы. Так, и это, хотя, в принципе, без разницы. Ладно, давайте начнем. Усиление, ослабление. Куда ты убежал? Нет! Мне нужен твой сундук.
Так, я был прав, что у него мими, да? Скажи мне, пожалуйста, есть. Ну, кванта у меня просто нету, поэтому, к сожалению, я ничего не могу сделать. Но по какой-то причине он собирается бить почему-то не... динозавра! Что? Давайте, ради интереса, это последний сундук. Последний сундук этой локации, за исключением комнаты, 3D-комнаты, куда мы пока еще не попали. Давайте посмотрим, сколько мы смогли собрать всего сундуков на данный момент. После того, как мы завершим это, конечно. Давай, давай. Мы должны его быстро завалить, да, я не понимаю. Сейчас смотрите, доктор упадет моментально, да? Ну вот, моя ошибка. Да как же он сильно бьет-то? Жесть! Так, а может быть надо было хотя бы еду какую-нибудь использовать, типа защиты? Так, пробитие есть, отлично. Да, генерал почти на грани, смотрите. Там остается всего лишь немного. Ну, там чуть-чуть же ХП осталось, ну надо же. О, от ульты Вельта, смотрите. Упадет? Нет. Нет? А так тебе? Все равно, слушайте. Ой, ладно, смогли. Да, этот Дино, конечно, жесткий тип. Очень жесткий тип. Так, давайте теперь посмотрим. На данный момент у нас результаты следующие. То есть свинью мы нашли, баки, конечно, все полностью, остается 3 сундука, и, скорее всего, эти 3 сундука, конечно же, находятся в той локации, куда мы еще не попали. А вот этот тип Бёртон, как раз там открывает вот эту вот локацию на втором этаже. Находится он, получается, вот здесь, вот второй этаж. И миссия под названием «Внештатный сотрудник». Ну а сама миссия появляется после завершения сюжетной линии. И перед тем, как приступить к выполнению, вы должны будете ответить на звонок, на сообщение. Потом этот тип появляется в этом месте. Вы выполняете задание, и двери открываются. Давайте. Заберем последние сундуки. Напоминаю, что мы зачистили все. Остается только последняя комната. Я надеюсь, все последние 3 сундука находятся именно там. Надеюсь, здесь. Скажите, пожалуйста, что все сундуки здесь. Ни одного пока не вижу. Ладно, давайте сначала здесь посмотрим. Но здесь тоже ничего нет. У нас один заряд. Изначально у нас один заряд. Давайте, наверное, попробуем сюда зайти. Нет, не сюда.
Ух ты. Так, появляются, ребят, смотрите, там Хана у нас, да? Там Хану и сундук. Ну, слушайте, ну, если мы рядом находимся, давайте, наверное, из Хану и начнем. Возможно, Хану это и есть те сундуки, которые нам остается найти. Я надеюсь, ребята, есть. Вроде бы я ничего не пропускал. Но сомнения всегда есть, присутствуют. Да, ракетница Хану. Великолепно. Ну, двигайся, двигайся. Смотрите, эти ребята стоят вроде бы на... А, я тебя понял, я тебя понял. Они далеко, скорее всего, да, все находятся. Надо как-то собрать в одну кучу их всех. Оу, попадание есть. Так, мы не будем рисковать. Мы подождем, пока он встанет на одно место. Спрятаться может. Да я не буду прятаться. Он меня не увидит, да? Есть, минус, минус. Смотрите, там что-то у нас доступно. Мы туда обязательно зайдем. Но сейчас я хочу забрать этот великолепный сундук. Надеюсь, он пойдет к нам в зачет. А сначала ракеты на всякий случай. Жизнь с волком. Что? Вы получаете награбленные сокровища босса камня и сборник рассказов. Неужели это единственное? Ну, смотрите, это засчитался сундук, ребят. Остается всего лишь два, но, возможно, где-нибудь здесь. Вот сюда постреляем. О-о-о-о! Так, я еще хочу бабахнуть. О, нет, ребят, что за сборище? Ну, так мы, конечно... Ну, ладно, это второй сундук, он засчитан, да? Да, остается последний, я не знаю, где его взять. Но, по крайней мере, у нас есть часы, давайте отремонтируем. Такое тоже пропускать не стоит. Так. А что, нет, что ли? Так, вот есть. Она только так и так, да? По идее, она тоже... А, во, работает, смотрите. Я понял, понял. То есть это вот так должно быть? Есть. Это сложные часы. Ладно, они простые. Отлично. На данный момент у нас получается действительно один сундук где-то валяется. Кстати, они здесь отображаются, нет? Нет, они не отображаются, ребят. Ну, давайте побегаем, поищем. Возможно, мы сможем найти. Действительно, один сундук мы пропустили. И этот сундук находится в 3D-комнате. А точнее, вот в этой вот. А это обычный сундук, который валяется вот здесь. Надо это посмотреть. А, ну тут легко все просто. И последний, 27-й. Давайте убедимся в этом. Да, ребят, мы зачистили полностью всю эту локацию. Забрали все ценности. Еще раз, надеюсь, вам, ребят, это было полезно. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока!